Друзья, всем привет, с вами Андрюха. Что я делаю, как вы думаете, на Волхове? Смотрите, что у меня сегодня приключилось. Рыбачил на реке Яма, все как обычно, на свой любимый спиннинг ультралайт. И в один прекрасный момент мне там что-то жесткое залетело, и моя легенда сломалась. Сломался бланк, в общем, друзья. Вот видите, удилище сломано, сломан бланк. Сколько оно мне прослужило, друзья? Сколько? Больше полутора лет, по-моему. Да. Да даже, может, даже 2 года где-то я с ним пробегал. Очень хорошее, кстати, друзья, кастинговое ультралегкое удилище. Спиннинг. Zeiman Legend CF66 UL. Прекрасно. Просто, видимо, это из-за того, что я его никогда не ремонтировал. Такая вот беда, короче, случилась. Да, бонусы плюс 5 к навыку спиннинговая ловля, плюс 1 к умению ловля воблером и плюс 100 к получаемому опыту. Ну, на тот момент, когда я его покупал, оно было, друзья, вообще топовым, пушечка. Еще со времен белой я рыбачил. Ну, как говорится, удочка, оправдала полностью себя. Очень много интересных рыбешек я поймал на нее. И, в общем, что я хотел сказать, друзья, пришел я на Волхов, чтобы, как говорится, найти этому сломанному спиннингу ультралегкому, в общем, замену. Да, печально, конечно, это все, но а что поделаешь-то? Сейчас пойдем смотреть. Кстати, пишите в комментариях, что, на что мне ее, как говорится, заменить. Сейчас мы будем смотреть. Будем, как говорится, выбирать. Так, меня интересует удилище спиннинговое, кастинговое. Кастинговое. Давайте вот Zeiman посмотрим. Вот она, Zeiman Legend. Да-да-да, вот она от 1 до 5 грамм я ее тогда, по-моему, дешевле покупал, если честно, не помню. По-моему, она чуть-чуть подешевле была. Вот сейчас она стоит 5313 серебряных монеток. Да, это она и есть. Даже вот по всем параметрам 9,5 килограмм, тест 1,5 ультралегкая. Так, ну, я что думаю? Конечно, она хорошая, речи нет. Но все-таки хочется посмотреть еще что-нибудь другое. Так, тут у нас Rocket S. У нас от 5 до 80 не ультралайт. Давайте вот посмотрим. Пульс. Вот есть пульс, значит, ультралайт. Тест 1,5, 5 грамм получается, 3000. Ну, 6,5 килограмм. Значит, не рассматриваю. Так, Zeiman Versa. От 1 грамма. Также есть ультралайт здесь. 7,5 килограмм. Ну, после легенды это, конечно, такое себе. Так, что еще есть? Интегра у нас. Ул нету. Они самые, значит, маленькие. 3,5 грамма. Вот это вот. Это у нас медиум получается. Медиум лайт. Тоже не канает. Zeiman. Вентура S. Также нет ультралайта. В общем, у Zeiman, я так посмотрел, вот оно на тот момент и было топовым. Сейчас вот это вот Zeiman Legend, она и есть, как бы, у Zeiman топовая. Ну ладно, если что, возьму его снова. Давайте посмотрим у других представителей. Допустим, Сиберия. Так, тест от 2. Так, а что у Сиберии получается вообще, да, нету ультралегкого, ничего. Да, печалька, конечно. Сёгун. Так, Сёгун. S3, вот. Допустим, Сёгун Векселар КСТ. Так, что у нас тут есть? Вот такая вот палочка до 4 грамм. Ну, конечно, печально, что до 4. Ух ты, стоит 9.
тысяч монеток, значит, зато очень много бонусов. Так вот, она ультралегкая, тест 1,4 грамма, 10 килограмм, вот у меня предыдущая была девяточка легенды, так бонусы. Плюс 3 к джикингу, плюс 3 к использованию отводного поводка, плюс 3 к использованию техасской оснастки, плюс 3 к использованию дропшот оснастки, плюс 3 к каролинской, плюс 3 к использованию вейки оснастки, ну и плюс 100 к опыту. В принципе, это неплохая, но немножко граммовка меня не устраивает. Был бы хотя бы 5 грамм, было бы поинтереснее. Ну и ценник, конечно, тоже жесткий. В принципе, можно посмотреть как вариант. Это у нас Vexilar был, да? Так, еще есть, как он правильно, Aquilon KST. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Так, от 0,5 до 5 грамм, от 0,5, да? 13 килограмм, вот это уже поинтересней, ультралегкая. Допустимые размеры катушки и ЛПшки. У меня как раз две таких катухи. Я их меняю, пока одна у меня, допустим, в ремонте, на второй катаю. Бонусы: плюс 100 к опыту, 10 к дальности заброса, плюс 2 к ловле воблером. Ну да, очень интересно, конечно, средний строй, чувствительность 8 из 10, вот, да, 12 тысяч, это жесть. Так, это у нас была Aquilon, да? Вот он. Дальше что у нас есть? Трудмастер КСТ. Трудмастер КСТ, серия кастинговых удилищ для ловли лососевых рыб. Так, надежная конструкция удилищ этой серии делает их идеальным инструментом для ловли такой сильной рыбы, как лосось, форель или голец. Так, ищем здесь. Ультралайт. А мы его здесь... Почему оно легкое? Граммовка 1,8. Интересное кино. ЛП тысячная, двухтысячная, да, подходит. 21 килограмм. Но это лайт, мне лайт не нужен. Так, ихний флагман Сёгун Ультима КСТ. От 1 до 70 грамм. Тесты. Так, ищем ультралайт. Вот он сразу нам и выпал. Тест 1,5. Кастинговая чувствительность 10 из 10. Строй средний, жесткость 7, ультралегкая. Тест такой же, как у меня был на легенде. Длина 1,8, 14 килограмм прочность. При массе 89 грамм. Интересное кино. Так, ну, катушки допустимые. Подкастинговые, низкопрофильная. ЛПшка тысячная. Так, ограничение 32 уровень. Ну, благо он у нас 39-й. Сколько она стоит, я только сейчас заметил. 17 773 монеты. Офигеть, предыдущая пятерку стоила моя. Ну да ладно, что у него тут по бонусам? Вот, плюс 10 к навыку спиннинговая ловля. А получается, на моей легенде было плюс 5. Плюс 3 к умению ловля воблером, плюс 2 ловля колебалкой, блин, хорошие бонусы, плюс 2 к умению ловля вращалкой, и также плюс 100 к получаемому опыту. 17 тысяч, друзья. Так, Ultima KST в этой серии компания Сёгун воплотила все свои новейшие разработки. Многообразие представленных в серии удилищ позволит выбрать оптимальный вариант под конкретный стиль и условия ловли. Ultima KST обеспечивает уверенный контроль приманки во время проводки и позволяет оперативно реагировать на рывки рыбы в процессе вываживания. Ну да, вот 14 килограмм, это очень даже, конечно, неплохо. Тест тоже 1,5. Средний строй, жесткость 7 из 10. Так, ладно, давайте посмотрим, что нам предложит, допустим, Онегородс. Тест 1,60, Этник. Так, Ультралайт, вот он у нас. Также тест 1,5, стоит 1800. Что он может предложить? А может предложить 5-килограммовую прочность. Нет, спасибо. Ну, тут такие, короче, камы.
Кама 1 909, ну что она там ультралайт нам даст? 3 килограмма, да, все печально, Heaven Creek. Так, тест, тест 2, light, 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 ультралайт. Тест 1, 5, 6 и 8 килограмм, ну тоже ни о чем, из бонусов все 1 плюс то к получаемому опыту. Экспресс фишинки даже рассматривать не буду. Блин, вы, в общем, друзья, смотрите, тут, короче, такие варианты у меня получаются. Либо брать обратно легенду, плюс 5 к спиннинговой, плюс 1 к умению воблером, плюс 100 к опыту. 9,5 килограмм. 5000, вот заметьте, 5313 монет. Либо, благо, позволяют финансы, я на этой ультралайта, как говорится, на этом ультралайтовском спиннинге все эти монетки по большому счету то и поднял. Либо брать вот эту вот, друзья, ультралайт Ultima KST M60U, 17 тысяч, ё-моё, но приятные бонусы. Вот пишите в комментариях, что бы вы взяли. Ну, блин, вот это, конечно, хорошее, вообще классное. Вот всем советую, у кого, допустим, до 28-го, после, точнее, 28-го уровня, если есть финансы, вера и правда служила, я говорю, около 2 лет. Вообще хорошая, как говорится, палочка. Жесткость 5 из 10. Ну, блин, друзья, второй раз одно и то же покупать я не хочу, потому что я, она, как говорится, мной уже проверена. Блин, а с другой стороны, тратить на Сёгун 17 тысяч. Масса 89 грамм. 32 уровень. Ну, блин, бонусы-то, смотрите, какие сладкие. В общем, ладно, друзья. Возьму, наверное, все-таки ультиму. Так, ладно, что, купилось или не купилось оно у меня? Да, вот оно, Сёгун. Ультралегкая 1,8, 14 килограмм. Вот такая вот интересная палочка. Ладно, потом буду собирать, смотреть. В общем, как-то так, друзья. Взял Сёгун. Будем пробовать в следующем ролике. На нее буду рыбачить. Расскажу свои ощущения и все прочее. Ну, блин, конечно, ценник у нее жесткий, но да ладно. Надеюсь, прослужит так же долго, как моя легенда. В общем, как какой-то такой вот сумбурный ролик получился, друзья. Печально, конечно, что легенда сломалась. Ну, все-таки нашел я ей замену. Кому, друзья, ролик понравился, пишите комментарии по теме ролика. Ну и подписывайтесь на канал. С вами был Андрюха. Увидимся в следующих роликах.